Сегодня в Гомельской области переговоры России и Украины. Напомним, военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Накануне президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства. Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Добавим, в Россию продолжают прибывать жители Донбасса. В центрах временного размещения в российских городах им помогают в круглосуточном режиме. И это не только крыша над головой, продукты, предметы первой необходимости, но и психологическая помощь.